Начинаем наш выпуск с чрезвычайного происшествия. Вот уже несколько дней в городе происходят перебои с водоснабжением из-за прорыва труб. Одна из самых серьезных аварий произошла на улице Полковой. Больше суток потребовалось, чтобы устранить место прорыва и наладить водоснабжение. Но сегодня большая часть города вновь осталась без воды. Сегодня после обеда по улице Полковой между улицами Запорожской и Совхозной вновь случился прорыв трубы, уже третий за последние три дня. Как объяснили специалисты водоканала, сильные ливневые дожди, а после наступившая жара вызвали просадку грунта, и старые чугунные трубы стали лопаться. К месту аварии прибыли глава городского поселения Александр Берсенев и заместитель главы района Константин Левченко. В ликвидации прорыва задействовано более 20 единиц техники. Привлечены все аварийные бригады водоканала. Здесь лежит труба чугунная 300 диаметра. От многолетней работы она уже вышла из строя. Идут разлом чугуна. Сейчас будет сделан временный замен, установлена небольшая вставка. Ну, по длине посмотрим по вскрытии. А в дальнейшем планируем поменять два квартала, где осталась у нас чугуняка лежать, старая труба. Вот поменять ее на пластиковую. Задействованы здесь все бригады с водоканала аварийные. Необходимая пластиковая труба уже заказана. Работы по замене аварийного участка планируется начать в ближайшее время. По телефону горячей линии администрации района 4-11-12 можно оставить заявку на подвоз воды. Пока идут ремонтные работы. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».